Ну вот, наконец-то свершилось чудо. В Пуэрто-Принцессе сделали новый аэропорт. Но, в принципе, аэропорт тот же остался. Взлетно-посадочная полоса та же, но здание аэропорта новое находится как бы, ну, чуть-чуть в другом месте. Вот. И здесь открылся Priority Pass. Ну, зал, бизнес-зал, который работает по системе Priority Pass. Вот. Самое интересное, что в приложении Priority Pass, когда вбиваешь Пуэрто-Принцесса, показывает, что ничего не найдено, никакого там бизнес-зала Priority Pass в Пуэрто-Принцессе нет. Но он тут есть. Вот, выглядит он примерно так. Здесь есть, удивительно, есть табло прилетов, отлетов. В общем-то, потому что в самом аэропорту, вот внизу как бы обычный зал ожидания, там нет ни табло, ничего, а здесь табло есть. Так, ну, в общем, что? Такие стульчики, конечно, бизнес-зал не супер-пупер, как бывают какие-то там, так, хотел выйти на улицу, ну, видимо, закрыто. Ну, ничего. Да, бизнес-зал не супер-пупер, но, тем не менее, очень приятно, как бы, вот, зайти, отдохнуть здесь, что-то покушать. Алкоголя здесь нет, есть только какие-то напитки, водичка, спрайт, кола, фанта, так, ну, и, в общем-то, горячий кофе, горячий шоколад, соки, какие-то фруктовые салатики, чаек, сэндвичи, какие-то орешки, в общем, какая-то куриная штучка, какая-то тут, что же это такое, сейчас я загляну, не знаю, в общем, разная вкусняшка, да, и рис, ну, как обычно, куда же без риса, вот, ну, не знаю, в общем-то, скудненько, бедненько, но, тем не менее, очень приятненько то, что он тут есть. И, как бы посидеть, покоротать время, особенно наш рейс задерживается на час. Ну, кто знает, может быть, и не на час еще. Но сейчас, как объявили, рейс задерживается на час. И мы сейчас спокойненько здесь присядем, покушаем, отдохнем. И когда будет наш рейс, нас информируют. Вот, пожалуйста, еще раз панорамка, как обычно, традиционно. Вот такой бизнес-зал, работающий по системе Priority Pass в аэропорту города Пуэрто-Принцесса на острове Палаван.